Cara, agora a gente tem que ir na muralha. Таксі, тут Антимакао, Лузе. Тому що я ще не заходила, тому що я сижу в перископі. Я же з телефону. Привіт. Привіт. Чем помочь? Ты глухой? Добавлю, конечно. На работе. Нет, не в морге. Элина. Неделю. Я что, неделю сижу в физкультуре? А у меня сестра. Хай. Надеюсь, что еще рано. Надежда есть. Да, это мужа фамилия. Приветик, спасибо. Тебе тоже хорошего дня. Да, замужем. Да. Мой котик тебе привет. Привет. Привет, котику. Папа звонил. Нет, я не ту папочку. Да я не хитро придумала, просто общаться. Никто не запрещал. Привет. Здравствуйте. Они мне нравятся, поэтому я их помню. На работе. 25. Да, сутки в больнице. Жизнь так себе. Спасибо. И сестра. Сегодня ночью второй муж не нужен. Так, наверное, буду сейчас буду делать дела. Может, справиться уже с Путиным? Конечно, вылечу. Привет, Чечни. Хай. Сейчас буду, короче, капать системы, делать ингаляции. Лечить, в общем. Спасибо. 25. Медсестра. Я в реанимации. Хорошо. Да, я медик.
Да, не вижу. Хватик. Сука, блин, да блин, нам теперь пустая. У тебя же будет хватит, я думаю, их очень много. Все висят, конечно, до пупка. Скайпа нет. Нет, я не дома. Вконтакте там есть ссылка на где мой ник ниже написано. Я не могу кричать. Сиськи потрогаю. Как у тебя параметры? Я не измерялась. Привет. Каждый раз показываю. Плохо слышно. Я сегодня забыла подставочку. У меня такая подставочка есть, очень удобная. Как выспалась, парень, проснулся. Это нижний тагил. Вообще красиво. Да нет, он не проснулся, он спал. Что за ник? Привет, спасибо. Ник? Я не знаю, просто Розанна, по-моему. Да, добавлю. Нет, Нижний Тагил. Что солнце? Ты посмотришь, я включу солнце, посмотришь? А как это смотрится? Я могу взять два, там, когда ты меня приедешь. Так иди, сри. Мы там все такие клевые. Да. Я вчера была в перископе, ага. Бан всех. Мы очень милые. Не расслышали? Да, да, закончилась сомк. Без знаков контакта. Нет, Ниченко. Привет, на работе, да. Привет, как жизнь? Привет, нормальная. Привет, хочешь Европу, заберу тебя к себе во Францию. Ох, Франция, Франция. Остальных? СМС-ка пришла от папы. Зарплата так где-то 15-17. Да все висит. Салам алейкум. Я сейчас пойду какая-то ница делать. Но у меня бабушка с ума сходит. Ей 100 лет почти. Это не хна, я просветляла. Хорошо, познакомимся. Я помню тебя. Белое платье дома. На край света в Таджикистан. Да, это действительно край света. Давно работаешь 5 лет. Долго ждать? Нет, недолго. Сейчас я выйду отсюда и добавлю. Да, я в больничке. Нет, папа, не знаю, что такое перископ. Русская, привет. Давай поженимся. Вокруг меня стены.
спрашиваешь? Потому что скоро пойду краситься. Корни вообще немножко отросли. Даже не могу каждые 2 недели краситься. Больной поработать кулачком. Салам алейкум. Конечно, я всех люблю. Я же говорю, сейчас буду делать систему, капельницу, кормить, ингаляцию, кровь капать. Ну, дофига чего. Нет, тут я не ношу. У меня уже спина устала. Сколько дней у тебя идет месячный? Это так, это серьезный вопрос вообще. Париж. Все бы женились бы, да? Ну, оклад, да, где-то около 8. Дрочки я попкала.